Многие молодые мамы признаются, что их жизнь напоминает известный фильм «День сурка». Но что самое обидное, это то, что родные и близкие считают время декрета сплошным праздником. На работу ходить не надо, и весь день можно построить так, как тебе угодно. Увы, но не все так радужно. И на деле день молодой мамы практически весь состоит из домашних хлопот, а на себя любимую времени не остается. Так вот, чтобы не сойти с ума в декрете и не превратиться в замученную домохозяйку, наш вам совет. Запомните раз и навсегда, в первую очередь, вы женщина. И единожды подавшись искушению не помыть голову, а соорудить на голове какой-нибудь пучок, можно навсегда лишиться уважения к себе. Что-то подобное происходит сейчас в жизни нашей сегодняшней героини. Познакомимся с ней поближе и узнаем, что к чему. На Лабардина Екатерина, возраст 28 лет, размер одежды 48-50, рост 170 сантиметров, семья, муж и дочь, род деятельности домохозяйка. Хочется стать счастливее не просто от слов «мама» и «любимая», а от слов «любимая, неотразимая» или «самая красивая мама на свете». Мне кажется, каждая женщина, она должна быть красивой, обязана, так же, как мужчина обязан быть сильным. Хочу проснуться завтра утром и быть бессовестно счастливой и выйти на улицу нагло красивой. Конечно, заявок от молодых женщин в декрете на нашей почте очень много, вы сами об этом прекрасно знаете. Конечно. Но вот Катина меня чем-то зацепила. Вот видно, девушка готова прям на все, на все, на все. Я тоже прочитала в заявке, что она пишет: «Сделайте мне любой цвет, любую длину, я просто готова на все, только лишь бы избавиться от пучка и крабика на голове». И от Балахонов об этом тоже она пишет в письме. Знаете, она говорит, что она пытается одеваться красиво, но мужу постоянно не нравится. И он то назовет Балахоном, то еще как-то обзовет. А я смотрю, что, в принципе, у Кати фигура очень хорошая, я бы сказала, что даже очень женственная. Видимо, еще осталась привычка со времен беременности одеваться в бесформенную одежду. Хотя лет прошло уже достаточно много, и в этом нет такой необходимости. Знаешь, Наташа, ты права. И я считаю, что Кате нужно уже менять образ, потому что и образ жизни она собирается поменять. По-моему, она выходит на работу. Да, и, собственно, это один из поводов обращения Екатерины к нам на проект. Ну, я думаю, что повод достойный, и мне уже прям не терпится приступить к работе. Вы как, девчонки? Я готова. За работу. Тогда вперед. Вперед, за работу. Ольга Трубачеева, стилист проекта. Кать, привет! Я тебе сегодня подготовила три образа. И в первом я хотела бы больше акцентироваться на твоей фигуре. Твоя фигура называется перевернутый треугольник. Это когда верх немножечко массивнее, чем низ. Но это не значит, что у тебя снизу должны быть вещи теперь очень объемными. Ты можешь позволить себе либо классические брюки облегающие, либо юбку-карандаш, но обратить внимание на принт. У тебя должен появиться принт. Крупный принт, или, как показано здесь, горизонтальная полоска, клетка, стойкий будет придавать объем и немножечко расширять низ, что сделает твою фигуру более пропорциональной. Второй образ я предлагаю тебе сделать более спортивным и комфортным для прогулок и отдыха. Предлагаю одеть водолазку. Почему? Потому что водолазка сегодня это модный элемент. Она вернулась к нам из 60-х и 90-х годов. Если в 60-х она была выполнена из синтетики, и в 90-х это была лапша, то сегодня водолазка модная, это когда трикотажная и гладкая. Третий образ предлагаю тебе сделать более вечерним и нарядным, и очень модным. Смотри, здесь я обращу твое внимание на такие тренды, которые вошли, да, в моду в 15-16 году. Это появление меха, это кожа и это блуза. Давай разберемся, как же сочетать такие вещи, как мех и кожа. С одной стороны, это вещи очень яркие и самостоятельные за счет своей текстуры. Их сочетать между собой очень сложно. Но ты, если тебе нравится, да, применить такое решение, как сочетать мех и кожу, ты их можешь объединить и объединить их за счет цвета. То есть, как показано здесь, черный цвет объединяет две эти вещи. Стилист закончил свою работу. Нашу героиню ждет парикмахер. Ася Денисова, парикмахер проекта.
Кать, здравствуй. Здравствуй. Ну, жалуйся, что не так, что тебе не нравится. Ну, в общем, есть такая проблема, допустим, вечером волосы, если уложил, на утро просыпаешься, и у них вот эта вьющесть появляется. То есть мне волосы ложатся не так, как уложил уже с вечера. Это пушистые? Да. Ну, есть два момента, то есть это говорит о чем? О том, что уже форма стрижки поменялась, потому что она отросла, нужно идти в парикмахерскую. И есть другой момент, да, когда волос пушистый, вьющийся, если ты сегодня уложилась, а завтра проснулась и ничего не лежит, то нужно что делать? Снова мыть голову и укладываться, все просто. Ну, еще у тебя достаточно сильно отросли корни, нужно окрашиваться, делать это своевременно. А как у тебя сегодня будет, я тебе ничего не скажу. Ты сейчас закрываешь глаза, а я начинаю работать. Парикмахер вносит последние коррективы в прическу героини. Эстафету принимает визажист. Наташа Попова, визажист проекта. Профессиональных визажистов есть свои секреты, но безупречный макияж можно сделать и самостоятельно, если следовать советам нашего следующего эксперта. Правильный макияж начинается прежде всего с правильного очищения, увлажнения и питания кожи. Бывает, что на полноценный уход просто не хватает времени. В этом случае на помощь приходят экспресс-маски. Они содержат высокую концентрацию питательных веществ и разом выполняют функции тоника, сыворотки и крема. Подготовив кожу, можно переходить к следующему этапу – к тон-коррекции лица. Широкий спектр тональных средств, а также основ под макияж позволяют с легкостью сделать выбор. Нашей героине может подойти основа, которая выравнивает тон кожи и обладает увлажняющим эффектом. Можно также посоветовать крем с матирующими свойствами, с минералами и растительным коллагеном. И, наконец, косметика класса люкс, которая одновременно и ухаживает за кожей, и обеспечивает сияющий тон и суперстойкость. А для безупречного нанесения основы под макияж и для тонального крема советуем использовать специальные кисти или спонжи. Многие проблемы кожи лица в молодом возрасте легко решаются домашними и косметическими средствами, но у нашей героини есть некоторые нюансы, разобраться с которыми мы предлагаем вместе с профессиональным косметологом. Екатерина, это наша героиня, хотела бы избавиться от застойных пятен и рубчиков на коже лица. Общее название этой проблемы – постакне, и решать ее нужно комплексно с использованием пилингов, уходовых программ, мезотерапии, аппаратных методик. Хотелось бы подробнее остановиться на таком аппаратном методе, как Фрактора, который очень эффективен в коррекции втянутых рубчиков, морщин, поверхностных сосудистых сеточек. Метод основан на использовании биполярной РФ-энергии. В результате воздействия происходит радиочастотная шлифовка, абляция, коагуляция тканей. После курса процедур улучшается текстура кожи и выравнивается цвет лица. И в сочетании с другими уходовыми программами можно добиться желаемого результата. А в салоне работа над новым образом закончена. Пора Екатерине взглянуть на себя в зеркало.
Ну что, Катюш, ты готова к кардинальным переменам? Готова. Кать, открывай глаза. И? Классно. Какая ты эмоциональная. Спасибо, Ася. Тебе нравится? Да. И вы заметили, спасибо. А почему вы Ася? Наташа, спасибо. Потому что от меня сюрприз. Она, наверное, радуется, что я вообще пошла домой тогда. Я мечтала о таком, правда. Правда? Да. Ну, приятно слышать. А длина? Ничего страшного. Но я никогда не боялась. Она смелая. Готова же была просто хоть... Ежом. Как тебе макияж? Шикарно. Такая эмоциональная у нас вообще умничка. Очень красиво. Весь день был проведен в ожидании именно этого момента. Теперь можно расслабиться и получить удовольствие от профессиональной фотосессии. Алексей Зубарев, фотограф проекта. No escape when I shake it in your face. Now don't you wanna tape a booty shaking on your tape? So show it to your boys and see the look on all their face. I move it to the left, move it to the right. Double time, I show 'em what they like. Look at it, slow motion freeze. Stop for the camera, paparazzi wanna see cheese. Hello, hey, how you doing? I shake it like this, now let me see if you could do it. Drop, 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 drop it on the one. Shake, 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 their faces all stunned. If you got it, then move it kinda fast. The boys all get. That's why they try to make a pass. Whistle while you work. Go ahead, do your dirt. Even if you like to flirt, lift up your skirts, then turn them out. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.
завершении нашей программы я очень рада приветствовать нашу гостью Дарью Миткину, директора магазина корейской косметики Миша Даша. Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня мы подводим итоги нашего конкурса, который на протяжении месяца у нас был. «Образ месяца» назывался этот конкурс, и победителем стала Ольга Борисова. Мы рады ее приветствовать здесь. Здравствуй, Оля. Привет. Здравствуйте, Оля. Поздравляю вас. Очень рада вручить вот такой вот приз. Ура! Ура! Но не забывайте, что наш конкурс продолжается, и теперь у Екатерины, нашей сегодняшней героини, есть все шансы его выиграть. Смотрите программу с ее участием на нашем сайте. На этом у меня все. Пока-пока. Хочется сказать большое спасибо данному проекту. Теперь, я думаю, я достигла этой цели, и я буду любимая, неотразимая и самая красивая мама на свете. И закончить хочу такими словами. О, женщина, какое это чудо! И я скажу вам, не тая, рада, что являюсь ею. Ведь это дар великий, что нам дала природа. Женщиной быть и править миром, и уметь любить. Новые осенние коллекции 2015 года уже представлены в торговом доме Верхнеудинск. Здесь столько стильной одежды и обуви. Daniel Hechter, Desigual, Diggle, Levi's и многие другие. С торговым домом Верхнеудинск ваш стиль будет безупречен. Улица Бабушкина, 12. Косметологические центры «Гармония». Это многолетний опыт работы в эстетической медицине. Это профессиональный уход за лицом и телом. Услуги ногтевого сервиса и стилиста. Комплексные программы спа-отдыха. «Гармония». Исполнение красивых желаний. Миша, Glam от Rouge. Lotta Orange, Lotta Pink. От крабика и балахон. Не, чё вообще несу я вообще? Вы сами взяли, сейчас и начнем смотреть. Он сломал ей ногу. Что с ним? Сломал ее и снял. Манекен. Пойдем. Два витка. Она что-то на меня, вот она причесалась. Слушайте, какой не труп, не враг. Вот ты уже и визажистка лезет со своей расческой. С твоей расческой.